парке за кинотеатром «Горняк» появится новая скейт-площадка. Строительная компания из Санкт-Петербурга FK Ramps совсем недавно доставила в Магадан железные конструкции будущего парка. На данный момент идет активное возведение металлических каркасов. Напомним, что новость о полном обновлении парка появилась около года назад, и, наконец, сейчас процесс пошел в нужную сторону. Кроме этого, на новых площадках смогут заниматься не только профессионалы, но и совсем начинающие, потому что оборудование, которое устанавливается, подготовлено для разного уровня сложности. Это для всех уровней сложности, от начинающих до профессионалов. Также можно продвинутый райдер придет и скажет, типа, нормальный скейт-парк, обкатать можно. Также придут вот еще начинающие и тоже скажут, ничего себе, замечательный скейт-парк.